Так, ребенок лежит вот здесь сбитый двое суток, уже высох весь. И ни одна сволочь даже не поставила ему воды. Вот, смотрите, сколько вокруг, сколько домов. Какие вы дома? Посмотрите. А вон, посмотрите, особняк, посмотрите, вот такие вот. Видите, где? Ребенок лежит вот сбитый вот здесь. И они его знают уже. Несколько дней он нет, здесь лежит сбитый. И улица знает его. Нет, тут уже и хоть бы одна сволочь поставила воду. Матом покрывали из-за этих собачек. Что я их подкармливаю. Господи, боже мой. Так, все, ребенок, сейчас мы тебе поможем. Сейчас мы заберем. Вот такое дитё. Весь избитый, весь покоцанный, перекоцанный. Да, глазки все разбитые. Тихо, тихо, тихо. Все разбито у него. Лапа левая. Лапа, все у него сбитое, я вижу. Так, все, ребята, хватит, достаточно. Но это чудовищно. Это чудовищно. За розами ухаживаем. Хоть бы одна сволочь чашку с водой поставила. Хоть бы просто поставила чашку с водой. Друзья, это невозможно. Это просто невозможно вот так жить. Зато ухаживаем за цветочками, строимся. Боже, 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 боже. Вот так. Это ваша улица. Все, ребята. Это ваша проблема. Что ты с такими деньгами? Все. Люди. Вот это все. Мам, дорогая. Все, детеныш, так, переноску принес? Давай ребенка ложим. Так, держи. Так, ну что у нас, солнышко? Не бойся, не бойся. Знаете, я сразу говорю, он не давался, не гладится. Вот я его кормлю. Тихо, с рождения. Не давался. Так, подожди. Может, нет, свяжем нет. Это? Да, сразу сейчас сделаем. У нас есть там это самое, два бинтика. Ничего, выключай, тогда выключай, сейчас будем ложить. Все, ребенок. Сейчас мы сначала тебя закутаем, мордочку завяжем. С Богом.